Знаешь, указывается, как тяжело живется умной женщине. Согласна. А тебе-то что? Малютка. Звонок техподдержки. Алло, у меня Google не открывается. Лампочка на модеме горит? Да, только это не лампочка, а через светодиод. Пожалуй, проблемы на нашей стороне. Не могли бы вы разменять 5000-ю тенге? К сожалению, нет, но за комплимент спасибо. Женщина любого возраста не может понять такого простого элементарного явления, как самопроизвольное испарение капель на полу в ванной. Ей надо обязательно это вытереть. Экскурсия по средневековому замку. Экскурсовод вводит экскурсантов по камере пыток и показывает приспособление для издевательств. Один спрашивает, показывая на кольцо, простое. Экскурсовод говорит: «О да, это самое изощренное средство для пыток, которое используется и по сей день. Это обручальное кольцо». Вовочка, ты знаешь, что трудно найти в черной комнате кошку, а в янтарной комнате еще труднее? Нет? А ты сам как думаешь, почему? Сначала надо комнату найти. После долгого и неприятного разговора муж говорит жене: «Дорогая, не смогла бы ты перевернуть пластинку?» «Да, дорогой, смогла бы, но там будет то же самое». Жена обиделась на меня и не разговаривает со мной уже целых 2 дня. Тишина и покой, я счастлив, лишь бы не простила. Люблю пельмени. Нальешь воды в кастрюлю, поставишь на плиту, кинешь для вкуса соль, зелени, лавровый лист, а если есть деньги, еще и пельмени. А ты слышала? В нашем штате издали закон, согласно которому запрещается переодевание в купальный костюм прямо на пляже. Ну, это меня не волнует. Я обычно переодеваюсь в автобусе по дороге на пляж. Понял, что хватит работать на компьютере после того, как хотел открыть дверь туалета двойным нажатием на ручку. Ясно. Орнитолог обалдел, когда укольцованная им ворона сказала: «Я согласна». Например, у тебя 400 евро, твоей бывшей нужно 100 евро, а твоей новой 200 евро. Сколько у тебя останется? 400 евро и непрочитанные сообщения. Иногда бывает так плохо на душе, так плохо на душе, а позвонить и поделиться не с кем. Одних неохота расстраивать, других неохота радовать. А кто это сделал? Почему ваше кафе до сих пор не закрыло зал для курящих? Это не особый зал для еды, где можно курить. Это платные помещения для курения, где можно кушать. До чего интернет довел? Раньше люди боялись при встрече числа 666, а сейчас страгивают, когда видят число 404. Мне кажется, что меня никто не понимает. Пустые глаза, абсолютное равнодушие на лице, абсолютное нежелание слушать. А чем вы занимаетесь? Преподаю квантовую физику в университете. Мне кажется, жена хочет со мной развестись.
Почему ты так думаешь? Вчера она привела в дом свою подругу. Ну и что? Ты знаешь, какая она красивая. Подписываемся, кликаем на колокольчик.